Russian Unbox – канал, посвященный обзорам и распаковкам различного игрового и гикстафа. Комиксы, лего, игровые консоли, видеоигры – все это вы можете найти здесь. В будущем планируется обозревать коллекционные издания и фигурки. На канале царит спокойная ламповая атмосфера. Настоятельно рекомендую подписаться. Ссылочка будет в описании. Передавайте ему от меня привет. В прошлом выпуске я рассказывал о 5 забытых персонажах, которые встречались нам в 90-е, но на настоящий момент они забыты, в большей степени не нами, а создателями. В силу разных причин, как например отсутствие авторских прав или коммерческая несостоятельность, заставило их скрыться с экранов наших телевизоров и больше не появляться в новых видеоиграх или даже мультсериалах. Если не смотрели первый эпизод, то обязательно посмотрите, возможно мы там уже обсуждали вашу любимую игру или героя. Но если вы помните этот выпуск и ждали второй, то давайте наконец рассмотрим очередную подборку из 5 забытых персонажей из 90-х. Розовая пантера – известный по всему миру персонаж. В первую очередь он стал популярен своими мультфильмами, выходившими еще в далеких 60-х. В нем было все прекрасно – искрометный юмор, приятная картинка. Его было приятно смотреть как взрослым, так и детям, так как сама картина и персонаж не были чересчур детскими. В 90-х на видеокассетах частенько можно было встретить подборку мультиков. И конечно, розовая пантера не обошла стороной тему видеоигр. В начале 80-х сперва появился пинбол с этим персонажем, сейчас он является достаточно редким в США. Далее в 88-м выходит игра для компьютера Amstrad CPC, та еще дичь. Но, к счастью, позднее в 93-м хитрая пантера появилась на Sega Mega Drive и Super Nintendo под названием «Розовая пантера идет в Голливуд», прямо таки как спот. Но она была по-своему неплохой, куча разных уровней с интересными декорациями, ненавязчивый сюжет и простой геймплей. Неплохо зашел детишкам, к нему нельзя было как-то придраться, в игре было все то, за что мы так любили мультфильм. За ней потом пара-тройка квестов на ПК для дошкольников и затишье. В нулевых нас порадовали очередной игрой для первого PlayStation. Она была достаточно неплоха, имела приятный движок с ровным управлением и неплохими задачами на уровнях. Однако многие ее пропустили. Интерес к франшизе стал стремительно снижаться. Версия для Game Boy также не удалось добиться сколько-нибудь значимого успеха. Больше игр с «Розовой пантерой» не было. Франшиза подавала признаки жизни лишь в 2006 и 2009 с полнометражными фильмами, но они в целом получили средние оценки, критики остались недовольными этими комедиями. Так «Розовая пантера» осталась в нашей памяти благодаря наиболее удачной игре на Sega и, конечно же, своими оригинальными мультфильмами. Кот Феликс сам по себе старый персонаж, возраст у него еще более почтенный, чем у пантеры. Первые мультфильмы с его участием датируются аж 1919 годом. Конечно же, мы в детстве вряд ли могли встретить его мультфильмы 20-х годов на экранах своих телевизоров. Наше с ним знакомство произошло благодаря стараниям заботливых китайцев, которые, не покладая рук, производили для нас желтые картриджи с самыми разными играми для Денди, в числе которых был небезызвестный Феликс. Эта игрушка появилась на NES благодаря усилиям компании Hudson Soft. К слову, это одна из поздних игр для системы, ибо поступила в продажу она в 1992, когда уже многие перешли на 16-битные платформы и особо не играли на 8-битной Nintendo. Игра сама по себе получилась очень удачной. Хорошая продолжительность, приятная графика, интересная механика с превращением в те годы умели удивлять, и Hudson Soft были знатоками своего дела. Многим эта игрушка полюбилась, что и по сей день играют и стримят. Если вы в числе таких любителей, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Еще она выходила и на Game Boy, но это была своего рода немного урезанная версия нашего всеми любимого Феликса. Он многое потерял в графике и в динамичности геймплея, как часто бывает с версиями для портативных платформ. И все, на Sega Феликса не было. Ну, если не считать творение рук, опять-таки, безумных китайцев. Официально по Феликсу никаких более видеоигр не производили. А ведь у него был потенциал. На этом персонаже можно было еще примерить кучу механик и интересных сюжетов. Как думаете? Конечно, сложно представить, каким бы он сейчас был на PlayStation 4, но в креативных руках появилась бы еще пара-тройка интересных игр для 16, а может даже 32-битной платформ, если бы не обстоятельства. Увы. Коты быстрого реагирования. Кто помнит этот мультик? Кажется, некоторые эпизоды показывали еще по ТВ-6 Москва, но я могу ошибаться. Однако на VHS-кассеты время от времени он попадался. Этот мультик очень похож по своему стилю, даже рисовке, на мышей-байкеров с Марса и уличных акул. В общем, целиком и полностью пропитан духом старых добрых 90-х. Однако популярность этого сериала обошла его стороной. Даже в США он не выдерживал конкуренцию с наплывом других мультсериалов, выходивших в то время, и всего вышло 23 серии двух сезонов. Есть информация
информация, что существуют еще и незаконченные выпуски. Ханна-Барбара в стремлении хорошо распиарить свой продукт готовит игру для Super Nintendo. Видимо, бюджет был весьма ограниченный, поскольку на других платформах игра не вышла и пределы Соединенных Штатов не покидала. Разработкой проекта занималась Hudson Soft, и это обещало неплохое качество игрушки. Однако получился весьма заурядный экшн-платформер. Набор оружия скудный, левел-дизайн также страдает однообразием. Хотя уровни условно делятся на два типа. В одном типичный 2D экшен, в другом чистой воды шмап. Это не так уж и серьезно вносит разнообразие в игру. Ей не хватает эдакого заводного шарма, который был в мультсериале. Картинка мрачная, динамичность игрового процесса под большим вопросом. В итоге мы получили скомканный экшен по игре. Естественно, ввиду такой коммерческой несостоятельности, котов быстрого реагирования прикрыли. Нет более никаких мультфильмов, и игра была единственной, что выходила на Super Nintendo. Те, кто в детстве играли на Sega, почему-то часто в один ряд ставили Бугермена и Червяка Джима, хотя на первый взгляд кажется, что у них мало общего. Разные сюжеты, герои, разработчики. Хотя потом я понял, что скорее всего это связано с характером персонажа. Кто как не Червяк Джим вместе с Бугерменом могли шуткануть и выдать такое, от чего в детстве мы могли долго хохотать. А от шуточек Бугермена кому-то могло быть вообще неловко, если рядом был кто-то из родителей. И видимо так думал не только я. Часто в зарубежных форумах можно встретить споры, какой персонаж круче, Червяк или Бугермен. Более того, были попытки даже воскресить Бугермена, такой проект размещался на Кикстартере, были планы добавить туда и Червяка. А ведь персонаж всеми забытый, как только он появился на платформах SNES и Sega, многие восприняли его неоднозначно. Одни ругали за чрезмерную сложность и запутанность геймплея, других отталкивал самобытный стиль. Но в то время она была чуть ли не единственной, которая могла обыграть сортирный юмор при этом в таком мультяшном комиксовом стиле, за это ее многие любили. Однако проект на Кикстартере не удался, нужную сумму собрать не получилось и возвращению Бугермена не суждено сбыться. С одной стороны жаль, с другой это говорит все же о вовлеченности поклонников и любителей. Многие или хотят его возвращения. Может, его все же лучше оставить в глубинах истории и время от времени играть в оригинальную игру на Sega и SNES? Черканите свои мысли по этому поводу в комментариях. Айро the Agrabat – весьма мастистый персонаж, маскот компании Sunsoft. Очень многие эту игру любили и помнят до сих пор. Серия действительно была весьма успешной и выходила на обеих платформах того времени. Позднее была даже отдельная игра – Zero the Kamikaze, которая напрямую затрагивала вселенную Айро. А между тем это был потрясный платформер. Очень навороченные уровни, сложные, требующие хорошей сноровки механика. Графически не отставала от своих конкурентов, а многих даже превосходила. А боссы – это отдельная история. В свое время на них было потрачено такое огромное количество сил и нервов, что многие хорошо вспоминаются мне до сих пор. Когда Sunsoft передавала права на франшизу другой компании, выходил порт на Game Boy Advance. Конечно, похвалить его особо не за что, типичная игрушка, коих было портировано немало со старых систем на портативный Game Boy со всеми присущими ему недостатками. Сама Sunsoft, когда еще была возможность, почему-то не стала развивать серию, а ограничилась лишь двумя играми и одной отдельной Zero Kamikaze. Очень жаль, ведь все они были качественными, и наверняка у творцов еще был потенциал сделать что-то интересное для платформ пятого поколения. Но получилось все по-другому, эти игры остались нам в наследие. Будет ли еще возвращение Айро? Вряд ли, сейчас его знают лишь бородатые геймеры, чтущие старые традиции. Это была очередная подборка забытых персонажей из 90-х. Конечно, наверняка еще многих можно вспоминать и обо всем не расскажешь в одном-двух видосах. Если у вас будут еще пожелания, то оставляйте их в комментариях. Обязательно поддержите это видео лайком и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Это очень помогает проекту развиваться, за что вам личное огромное спасибо. А теперь по итогам конкурса. Как я и обещал, мы разыгрывали ключик на игру Juanito Arcade Mayhem. Автора комментария, который выиграл ключ, вы видите на своих экранах. Я свяжусь с ним через личку Ютуба. Спасибо за вашу активность. Увидимся уже скоро. Всем пока!